Это читерство. О, боже, кровь брызгает повсюду. Ой, фу! Это что, жвачка? Мне не нравится, что кровь брызжет из головы, это жестко. Ну, это... Быстрый конец. Это довольно мерзко. Должен сказать. О, боже, милостивый. Боже мой! Это должно быть больно? Не, это плохо. Это ужасно. Фаталити. Это омерзительно. Это должно быть запрещено. Не могу поверить, не могу поверить. Это... Ой, не-не-не, я не могу поверить. Что это вообще, блин, такое? Эрмак выиграл. Это плохой чувак. Не могу представить, чтобы кто-нибудь такой... Ну, я имею в виду среди стариков, конечно. Но я уверена, что есть люди, которым это прям нравится. Я не хочу на это смотреть. Ой, я не верю в это. Откуда там второй-то взялся? Это же нечестно. Мы сдвигаем границы дозволенного. Это, знаете, как в Пиле. Сколькими способами можно убить и замучить человека? О, божечки мои. Нет. Нет. Я не могу смотреть. Это, пожалуй, слишком для... Для детей, по крайней мере. А ведь это им точно понравится. Очаровательно. Это абсолютно ужасно. Большое внимание к деталям. Но опять же, это очень кроваво. Они ужасны, каждая из них хуже предыдущей. Я даже не знаю, какая из них самая худшая. А вот и Джонни. Я уверена, что те, кто в это играет, даже не поймут отсылку. А вот и Джонни отсылку. Я думаю, это абсолютно ужасно. Я не... Позор. Позор тому, кто бы это сделал. Позор. О-о, его сейчас разрубят. Нет, нет. Боже мой. Боже мой. Моя желудок уже немножко дергается. Это точно. Кенши стопудово выиграл. О, боже. Нет, не надо этого делать. Нельзя есть лицо. Ой, да ладно тебе. Каннибализм, ладненько, а затем выбросить остатки. Это все сделали невероятно креативные люди. Это сделали люди, которые способны изменить мир. И почему они тратят свои силы на это? На такое ярко выраженное насилие? Это мерзко. Что ж, у него много руки. Он засунул голову ей в желудок. Очень креативно. Но это чистый гротеск. Но мне все еще нравится. Это одна из самых продаваемых игр? Я этого не понимаю. Это что-то, что люди любят. Другой мир. Мне не нравятся концовки. Я думаю, это чересчур. И это выходит за пределы того, что должна из себя представлять игра. Поверить не могу, что они выпускают такие игры. Я как будто последние 20 лет в спячке провела. Я никогда не видела ничего такого. Я, похоже, и правда стар.